В болгарском Шумене ликвидирована типография, где печатали фальшивые деньги. В результате спецоперации госпогранполиции было изъято большое количество высококачественных поддельных банкнот номиналом 50 левов, 50 долларов США и 500 евро и оборудование по их изготовлению. Согласно данным силовиков, преступная группа уже успела ввести в оборот часть нелегальной продукции через банкоматы и кассовые аппараты. В МВД назвали изъятые банкноты номиналом 500 евро лучшими в своем классе, добавив, что суперконтрафакт был в обращении в нескольких странах ЕС.